Инвесторы планируют вложить почти 10 миллиардов рублей в развитие солнечной энергетики в Башкортостане. О планах построить в республике 4 сетевые солнечные электростанции, установленные мощностью 100 мегаватт, заявили на заседании в правительстве региона в формате «Инвестчас». Одна из станций мощностью 20 мегаватт может появиться в Сибае. Напомню, в период с 2015 по 2017 годы в башкирском Зауралье уже построили и ввели в эксплуатацию 3 солнечных электростанции – Бугульчанскую, Бурибаевскую и Исингуловскую, совокупной мощностью 44 мегаватта. В регионе планировалось построить всего 8 солнечных электростанций общей мощностью 64 мегаватта. Стоимость проекта в 2015 году оценивалась в 6 миллиардов рублей.